Здравствуйте. 29 апреля, третий лунный день. Сейчас здесь Санчары с элементом железа. День для новорожденных. Благоприятные размышления, медитации, обращаться к Буддам, Бодхисаттвам, проявление щедрости, стать меценатом, борьбы с зависимыми болезнями. Ребенок родится в этот день, будет с талантом к искусствам, стремлением познать окружающий мир, независим. День неблагоприятен для начала строительства, соответствия, дальнюю дорогу, принятия сана, подписание контрактов, соглашения, бурение скважин, ставить ребенка на ноги, младенца, переезда, передвигать войска, стрижка волос к достатку. Благоприятен для людей, родившихся в год тигр, лошади, неблагоприятен годам, овцы, корова, дракона. На верхнем березке Дунькурдуване, Хурал Дунькура, Сагар, ритуальный танец мистерии Цам, Диважн Дуване, Очуване Сунды. Будьте щедрыми. Thank you.